Опять же напоминаю, что важным является вставление перемещений. Силовые удары должны наноситься в перемещении, а не просто стоя на месте. Берем наш вариант работы на выносливость, когда работаем комбинацию. Двойку, тройку по 30 секунд. Дошли до пятерки и обратно. То, что мы работаем на выносливость. Только сейчас вплетаем здесь варианты для того, чтобы мы приучали себя двигаться обязательно. То есть, в первом случае мы делаем смещение на последнем ударе. Например, если это у нас двоечка, мы делаем раз, два. Если это троечка, то будет раз, два, три. Соответственно, на четверочку раз, два, три, четыре. Любое перемещение, не факт, что именно вот в эту сторону можно уходить навстречу, можно от. Главное, что отрабатывая координацию, каждый последний удар у нас должен быть на смещении в сторону. Следующим раундом работаем те же связочки. 2, 3, 4, 5, 4, 3. Только теперь смещение мы делаем на первом ударе. То бишь, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И так далее. На первом ударе мы должны удар сместиться, нанести первый удар со смещением. Как только это более-менее освоено, и вы уже пытаетесь это применять в свободной работе в паре, можно добавить третий, более сложный раунд. Когда мы делаем смещение на первом и на последнем шаге. Здесь я бы рекомендовал начинать с комбинации 3. То есть тогда будет 3, 4, 5, 4, 3, 2. И как раз в финале раунда у нас будет силовая двойка на двух шагах. Итак, начинаем мы с троечки. Допустим, раз, два, три. Четверочка. Раз, два, три, четыре. Пятерка. Раз, два, три, четыре, пять. После чего мы возвращаем каждой из комбинаций по 30 секунд, а не один раз. 30 секунд тройки, 30 секунд четверки, 30 секунд пятерки. После чего идем обратно. Раз, два, три, четыре. Потом 30 секунд отработали, троечка. Раз, два, три. И, соответственно, в завершении раунда будет двоечка на двух шагах. Раз, два. И двигаемся. Раз, два. Пробуйте, ищите. Сначала на снаряде, потом обязательно применять это в паре.